Патриарх Кирилл планирует посетить Северную Корею, сообщил его пресс-секретарь священник Александр Волков, передает Благовест-Инфо. В планах патриарха стоит посещение Северной Кореи, но о конкретных датах пока говорить преждевременно, заявил священник Интерфаксу. В 2006 году в бытность митрополитом, главой синодального отдела внешних церковных связей, нынешний патриарх уже посещал Пхеньян, где побывал в построенном там православном храме.